Мам! Пап! Вы дома? Ау! Они нас бросили. Что у нас тут? У мамы странные вкусы, но это мне нравится. Нужно срочно устроить вечеринку. Они даже не узнают. Ну ладно. Больше не проси. Яблочко. Гляньте на них. Эй! И убежала. Ах, классный день. Ну, где остальной экипаж-то? Есть кто? Никого нет? Ладно. Так, еда на месте. Привет, Вики. А ну-ка, где мама с папой? Давай, ищи. Ну? Вот как? Ладно, сама найду. Здесь их тоже нет. Ладно, тогда просто подожду. Что вы там прячете?
смешные. Ключи забыл. Ключи забыл. Не выйдет. Ничего не выйдет. Ух ты. Я знала. Что это? Испанский дублон. Откуда он? Как-то жутко, но круто. Ух ты. Генри Эвери, Ганг и Савай. Стоп, вы ищете сокровище Эвери? Да ну, это папа? Сик парвис магна. Великое начинается с малого. А тут что? Чего? О, черт! Черт! Вот ты где. Привет. Мы тебя искали. Ты что делаешь? Да вот вас ищу. Мы все погрузили. Идем. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Мне надо... взять... Что такое, Кэсси? Ладно. Не злись. Говорю же, не злись. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Ну, вот только фотку с дядей Салли и с каким-то испанским сокровищем и с ружьем. Да. На. Это должно было случиться. Может, пора рассказать? Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры? Да, манеры. Пардон. Ну, что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере... Череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я еще не готов. Правда. Нейт, пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда это вы, Сэм. Это было другое дело. Ага. Так, слушайте, если у вас там были какие-то темные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. И сколько тебе? Ха-ха, смешно. Мам,
Ладно. Так, ну, в общем... Как-то мне позвонил парень. Якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Да, красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит: оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завел нас в лапы индонезийских пиратов. Да брось, ты же знаешь, это не моя вина. Стоп, тайм-аут. Так говорите, на вас напали пираты? Когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка? Так что ли? Ну, да, да, типа все того, так. Да. Брехня! Манеры. Врете. Лучше. Ладно, я слушаю. Знаешь, солнце светит, лодка ждет, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был, Дрейк? Жуткий? Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты пути к Эльдорадо. Золотой город? Это по легенде. На самом деле это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьезно. Но до этого еще далеко. Сначала к этому...